31 августа 2019 года. Заканчивается лето. А мы на территории артбригады, расположение подразделения артбригады и других войсковых частей. В том числе 47-279. Это центр плаца или... Может, не совсем центр. Центр. Времени сейчас 5 часов местное время. То есть 17 часов. К вечеру подходит температура 33 градуса. Вот покажу сейчас. Ух ты, надо было приготовиться. Сейчас я покажу. Быстро делается. Пока походим. Когда не надо, она... Ну вот, пожалуйста, сейчас посмотрим. Вот 33. Будет видно, не будет видно. Видно время, а вот... Ну, если не видно, то поверьте на слово, 33 градуса. Это еще не пик, пик уже прошел. Жарко, жарко и сухо. Дождей нет. Вот в эту сторону была стена славы. И дальше расположение войсковой части 42.030. Вон видны казармы. Не так давно я размещал видеоролик. Последний караул. Вот именно здесь он и проходил. Это мероприятие. Хорошо ли, плохо, но это было. Это многие вспоминают. И вот так вот на этом фоне, на фоне этой казармы, бойцы протаскивают телегу с продуктами питания. А даже, по-моему, я помню, на пятой минуте. Пятой минуте 25 секунд, по-моему, так. И никто не узнает. А днем раньше я сделал, нашел эту телегу. Она была в боксе, в одном из боксов, у котельной, там где с правой стороны бокса, вот так и было с левой стороны. Никто не узнает, к сожалению. Но это было, да. А я специально заехал сюда, уже было поздно, куда-либо выезжать подальше. Что-то я проезжал мимо, вот и тут в дырку заскочил. Вот сделаем небольшой видеоролик. Это как раз можно убедиться. Если посмотреть на тот видеоролик, это, кстати, автор, замполит 12-й батареи артбригады Носов. К сожалению, не знаю имя, не имя отчества. Он автор. И вот можно сравнить, что было и что стало. Никаких сносов, никаких работ не ведется. Вон что, какое вырастает растение. Официально еще неизвестно, но ходят разговоры. Слышал краем уха, что это весь комплекс зданий этих признается памятником архитектуры. Прямо стадион. Тут где-то даже разметка есть. Некоторые. Ну вот, немножко. А это уже рукав пожарный куда-то притащили. Столовая. Здание столовой. Это уже соседи. И завершаем наше видео. Всем всего доброго. До свидания. До новых встреч.